Друзья, всем привет! Это Школа Креатива и Виталий Ткаченко. Сегодня мы будем писать с вами масляными красками волну с серфером. Значит, те, у кого есть желание написать такую краску, такую картину акрилом либо гуашью, в общем-то, могут совершенно спокойно брать один из трех материалов – масло, гуашь либо акрил. Я буду писать сегодня маслом. Я также люблю акрил, но сегодня вот взял масло, думаю, что тоже будет хорошо. Холст у меня квадратный, но вы можете, в принципе, брать и прямоугольный. Если у вас вот такой набор кистей имеется, то это прям великолепно. Можно примерно на него ориентироваться, можно брать похожие кисти. Ну, я предпочитаю вот такие кисти со скошенным краем, средние, совсем тонкую одну всегда кладу себе. Ну и какую-нибудь, допустим, вот такую двоечку, единичка у меня. Вот единичка, вот две единички, но одна чуть побольше, видите, получается. Другая совсем как нулевка такая. То есть от мало до велика. Но я считаю, что здесь 4-5 кистей совершенно хватит с головой. Если вы также будете маслом писать, не забывайте, что вам нужны будут салфетки. Ну и даже если акрилом будете писать, тоже салфетки будут нужны. Вот. И красок здесь нам, в принципе, вот... Сколько у меня? 6 штук. Ну, вообще прям гениально, больше и не нужно. Даже и никаких там красных не понадобится. Белила, желтый лимонный, цирулиум, бирюзовый, ультрамарин и индиго. Все, больше ничего не надо. В принципе, этого будет с головой достаточно. Разбавлять можно краску... Вот такой вот масленочки у меня. Значит, здесь у меня льняное масло. Вы можете брать себе разбавители разные. Там великое множество их. В общем-то, лаки, разбавители. Можно лак, разбавитель масла. То есть, есть разные коктейли. Ну, я на простом льняном масле, художественном, конечно, буду писать сегодня картину. А вот серфингист, солнце, вода. Все как положено. И здесь вы, наверное, заметили, что карандаш я не положил, карандаш нам не понадобится. Это одна из тех картин, которая, в принципе, может написаться даже без разметки, без композиции. Поэтому главное ваше желание, небольшой набор кистей, небольшой набор холодных красок, ну, одна вот теплая желтая. И, в принципе, больше ничего не надо, ну и холст. Так что можем начинать. Ну что ж, нам следует начать именно с подмалевка. Процесс достаточно простой. Я беру самую большую кисть, немножко смочу ее в масле и нахожу у себя вот такую голубую цирулиумную краску. Называется голубая цирулиум. Если у вас такое нет, вы можете просто смешать белый с синим и вы получите голубой. Ну, тут желательно будет тогда вам брать, ну, в принципе, любой темно-синий. Смешаете, получите оттенок голубого. Значит, я беру вот такой вот цирулиум, чуть-чуть добавлю белил и немного добавлю масла еще, чтобы она у нас проскальзывала так. Значит, наша с вами задача поначалу очень простая. Мы с вами берем и начинаем прокрашивать аккуратненько весь холст голубой краской. Эти приложения копирка, которая может идеально перевести изображение в нужный нам размер. Посмотрите, прозрачный экран, и с помощью ползунка я делаю изображение, которое мне нужно нарисовать. Мы взяли портрет, и прямо через экран я вижу свой карандаш и контуры изображения. Переношу их, так мне нужно. Также, если мне нужно прописать детали очень мелкие, то я просто увеличиваю экранчик, и детали становятся видны. Можно каждую мелочь прорисовать, установив телефон на какой-то предмет. Сейчас в данный момент он стоит на стаканчике. Вот, получается такое вот прямо переведенное через наше приложение. Сейчас мы взяли холст, холст большой, 40 на 50, и решили перевести пейзаж.
прямо смотря в монитор, видим, как карандаш описывает нужные нам контуры и переводит. То есть мы выстраиваем так, ставим телефон на таком расстоянии, какой нам нужен холст. То есть мы любой размер, максимальный размер удобный 60 на 90. Минимальный – это спичечный коробок. Любой человек, ребенок, взрослый может перевести изображение с помощью данного приложения. Поэтому переходите по ссылке под видео, там вы увидите ссылочку на приложение. Также вы можете в вашем системе Apple Store или Google Play набрать слово «копирка» и выйдите на это приложение. Данное приложение будет хорошим помощником как для начинающих художников, так и для профессионалов для перенесения контуров изображения на холст. Так что дерзайте, используйте и делитесь приложением со своими знакомыми. Удачи вам, да пребудет с вами вдохновение. Сейчас мы ее намесим, вот так вот сделаем. Вот так вот. Начинаем прокрывать тонким слоем. В каком направлении вы будете это делать, абсолютно не важно. Вы можете прокрашивать ее в разных направлениях. Можно по вертикали, можно по горизонтали. Главная наша с вами задача — прокрыть это не жирными мазками, а достаточно так гладенько, знаете. Но первый слой краски, особенно вот такой голубой, он ложится всегда не очень укрывисто. Поэтому мы с вами еще сделаем некоторые манипуляции с цветом, с этой подложкой. Сначала просто прокрасим, как получится, а потом уже будем разбираться. Да, кстати говоря, я не заявил в самом начале, что у нас еще в самом конце будет присутствовать, работать, ну, немножко мастихинчиком поработаем, там где-то волны пораскидываем. Пенку, если так выразиться точнее. Поэтому мастихин тоже мы включим в список обязательных предметов, инструментов. Вот, проходим аккуратно. Прокрываем вот так все это дело. Краска с маслом. Краска с маслом. Словно мы с вами грунтуем голубой краской. Белый квадрат превращаем в голубой. Вот так. И поверхность достаточно такая скользкая получается. По такой поверхности удобно и комфортно работать потом кистями сверху. Но, правда, мы с вами чуть-чуть ее подсушим. Сухой кистью немножко снимем лишнее масло на всякий случай, чтобы уж точно было комфортно. Вот так вот до угла дотянем. Ну и вот. Вся задача. Вот тот квадратик, прямоугольник, который я вам вынес на референс, да, он, конечно, чуть-чуть потемнее получился. Ну, пусть будет потемнее, вы можете, в принципе, на два оттенка ориентироваться, либо на мой. Но видите, при размазывании, на палитре он достаточно темный же, вот такой, потемнее. А когда мы размазываем его, он получается посветлее. Поэтому ориентируемся на тот цвет, который на прямоугольнике, который я вам вывел. Ну вот. А при размазывании он там чуть-чуть посветлеет и будет то, что нужно. Так, следующий наш шаг. Шаг номер один мы с вами прошли. Таких шагов, конечно, будет много. Вот. Но вот эти все мазки, мазюлечки, да, нам с вами необходимо теперь немножко разгладить, чтобы они нас с вами не смущали и не сбивали. Вы можете вот так вот, как удобно, в одном направлении, можно не в одном направлении. Но вот теперь как бы нужно постараться сравнять наши вот эти мазки
Они, конечно, с трудом уходят, но тем не менее можно с ними справиться. Вот так вот можно сначала по горизонтали или по вертикали пройтись. Вот просто как стену красим. Можно еще красочки положить, может быть, там не докрашено где-то. Но тем не менее слой краски, он достаточно тонкий. Он тонкий, он не жирный. И это я делаю сухой кистью. Смотрите, я беру кисть об салфетку, конечно, протираю и начинаю вот это все чуть-чуть как бы нивелировать вот так. Ну, всех мазков не уберешь, конечно, но тем не менее, но чуть-чуть поинтереснее получится. Чуть-чуть поглаже, более гладкая поверхность. Ну, вот этого, в принципе, я считаю, нам будет достаточно. Так, ну что, двигаемся дальше. И дальше я переключусь на другой цвет, чтобы нам как-то сориентироваться на более ультрамариновый. Сейчас я вам его выведу на экран. Пойдем делать с вами дальше разные оттенки. Так, ну вот прям нахожу на картине цвет. Это будет вот такой оттенок. Вот такой. Так. Сейчас мы его найдем. Да, вот такой синий. Более темно-синий цвет. Так, куда он делся у нас? Значит, снизу сейчас у нас выходит цвет синий. Значит, тут можно воспользоваться какой краской? Ультрамарин. Смотрите, у меня как раз вот здесь рядышком ультрамарин. Мы берем ультрамарин и ничего больше не берем. Если у кого-то другой синий оттенок, тоже подойдет. Не страшно. В принципе, подойдет. И здесь нам нужно с вами сориентироваться. Уже такую некую композицию мы с вами набросаем. Значит, у кого квадратный холст, да даже у кого, если прямоугольный, в принципе, вы просто ищите середину у холста, ну, примерно визуально здесь серединочка, чуть-чуть поднимаемся выше серединки, чуть-чуть вот где-то вот так вот. То есть здесь у нас с вами пойдет волна. Вот можно ее даже себе вот так вот взять и отметить. Смотрите, какая у нее форма. Вот нам раз, такой трубочкой, оп, где-то вот чуть-чуть раньше, вот сюда. И вот так вот волна будет у нас загибаться. То есть, соответственно, вот эта часть, вот здесь у нас будет вся в пене, да, тут у нас будет пена, внутри там будет у нас серфингист в трубе. А, соответственно, сверху море, сверху небо. Ну, а вот этот цвет, вот вы отметили, смотрите, такой вот волной. Раз. Слишком высоко, низко ее не опускаем, не нужно. И начинаем от левого нижнего уголочка делать вот такие движения. Здесь кисточка опять большая. Я опять большую кисть нашел. И, кстати, здесь было бы даже, в принципе, неплохо сработает щетина в том числе. В принципе, какая вот есть большая кисть, очень хорошо работает даже щетинка. Смотрите, я беру и вот так вот начинаю растягивать, как бы... Все превращая вот в такие процессы. То есть начинаю создавать вихрь водяной такой. Вот это то, что я наметил. В принципе, можно вот так вот вниз растягивать. Вот так. То есть нам вот линию
вот эту. Уже ее не нужно беречь, собственно, да? То есть мы поняли, где у нас будет волна. Вы ее можете немножко так размазать. Знаете, даже щетинка здесь вообще лучше справляется, чем синтетическая. Все-таки. И поехали. Вот так закручивать. Давай, даем закруточку такую. Вот так. Угу. Отлично. Протираю кисть насухо и сухой кисточкой попробую и еще раз немножечко убрать царапушки и просветики. Царапулечки. Вот так вот прям размусолю, размажу, чтобы не было просветиков на холсте. Вот щетинка, да, видите, она удалила. Щетиночка удалила все просветики. Хорошо. Далее, цвет, ну вот так вот немножко, вот мы подтемнили уголочек, размазали как бы вот отсюда к уголочку, У кого прямоугольный холст будет, у того можно чуть-чуть больше пены сделать. То есть не сильно длинную волну, а больше упор на пену. То есть вот, чуть-чуть вот это место получится немножко длинней. Вот, а сейчас мы перейдем с вами на другой цвет. Это будет... Нижний темный я оставлю, а вот верхний квадрат мы с вами немножко поменяем на чуть-чуть иной оттенок. Ну, такой вот он будет поярче немножко. Ну, на референсе, который сейчас я покажу, это будет достаточно такой яркий, наверное. Так, сейчас мы найдем. Чуть посветлее оттенок, поголубее. Ну, это немножко сероватый. Ну, в принципе, подойдет. Можно даже поменять. Ну, оставим. Значит, вот такой оттенок, более светло-голубой. Смотрите, это мы сейчас положим с вами на небо. То есть оттенок голубого немножко другой. Вот у меня был цирулиум, смотрите, вот он голубой, да, он такой более в бирюзовую сторону. А вот если разбавить ультрамарин белилами, и кобальт тоже, в принципе, будет рядом. Ну, ультрамарин будет поинтересней. Вот такой белильца с ультрамаринчиком, они как-то поинтереснее лягут. Видите, оттенок, в принципе, похожий, тон близкий, и без масла беру краску, вот эту голубенькую, и начинаю вот такими вот движениями, вот так вот, чуть-чуть подголублю другим оттенком. Причем я местами оставляю предыдущий голубой, то есть я как бы вношу еще один оттенок в небо. Пройдусь вот сюда. То есть пятнисто получается наша небце. Оно светленькое, но оно градиентное такое. И чтобы получилось такое, знаете, смешение голубых оттенков на небе, вот вы берете кисть, протираете насухо побольше, ставите ее вот так вот прямо, перпендикулярно, и начинаете сухой кисточкой, не надавливая. Просто можно такими вот движениями против тесовой или по часовой. Можно их варьировать и так, чтобы у вас оттенки немножко все смешались. И получается такое вот смешение голубых оттенков. И тот, и другой, они в принципе очень классно дружат. И
небо получается неоднородное, а достаточно интересное по своему тону. Вот так. И вот в этом месте, вот смотрите, напротив верхушки волны, вот это место, вот это место. Вы можете чуть-чуть утемнить. Чуть-чуть утемнить. Взять больше ультрамарина. Можно и голубого цирулиума взять. Оба их туда положить. Для чего? Для того, чтобы у вас потом будущая пена, которая будет разбиваться, она не исчезла на фоне неба. Понятно, да? То есть тут намеренно и осознанно мы подкладываем чуть потемнее цвет. Чуть-чуть вот так. Поплотнее. Чуть-чуть поплотнее, вот сюда. Вот сюда. Ну, слишком низко не надо опускаться, там будет белая пена. Вот. И ее также нивелируем. И также можно поступить вот здесь, в левой части. Ну, также два голубых вот так вот взять. И размазать. Кстати, очень хорошо размазывается это все дело пальчиками. Масло размазывается великолепно пальцами, просто шикарно, потому что сохнет долго, в отличие от акрила. У акрила свои есть преимущества, тоже великолепнейшая краска. У масла, конечно, свои плюсы. Вот так. То есть это место, видите, чуть заметное. И вот это левый верх немножко потемнее сделал. Чуть-чуть, не сильно контрастно, но это сыграет определенно свою роль чуть позже, конечно. Вот. Ну и пока вот так оно немножко сейчас впитается, буквально пару минут, и пойдем дальше. Ну а дальше у нас на очереди. Очередь у нас бирюзовый цвет. Если посмотреть в трубу, вот в это место, там, где находится серфингист, мы с вами можем там обнаружить бирюзовый, красивый оттенок. Да? Его я вывел на экран. Вот смотрите, есть бирюзовая краска. Вот она. Ее можете использовать, по сути, чистой, в чистом виде. И сейчас мы как раз вот эту трубочку и подкрасим. Она имеет вот такую форму. То есть я немножко от кончика, вот сама трубка, конец трубки, он светлый, да? Если немножко влево сместиться, вы заметите, что у нас есть такая зеленоватость, зеленца и бирюзоватость, бирюзовость такая. Вот берете, если у вас, как у меня, уже немножечко с маслом же холст, верно? Он же у нас немножко такой промасленный, поэтому берем... И прям без масла, без жидкости. И вот сюда. Вот так вот. Вот такими движениями. Вот такими. По кругу. Полукруглыми движениями. Наносим. Бирюзовый сверху. Бирюзовый. Вот так. Вот так. Я даже обозначу... Сейчас как бы туннель, вот так, оп, чтобы вы понимали, где у нас вся эта история будет примерно вот закрашиваться. Вот такая получается форма. Вот такая. Раз. Запятая такая. И ее мы с вами прокроем бирюзовеньким. Вот так вот. Туда-сюда можно прям растирать краску, вот так вот размазывать ее. Видите, такая? По петле. Не давите на кисть, а растираем сухой кисточкой, конечно. То есть вся растирочка идет сухой кистью. То есть нанесли, протерли кисть и растерли. Вот так. Можно воспользоваться кистью чуть побольшего размера.
Чуть-чуть размажем. И этот же цвет, я считаю, что этот же цвет мы с вами можем, в принципе, ну, немножечко высветлить, чуть-чуть белильцами, чуть-чуть. И его запустить вот сюда. Но чтобы вы сориентировались, куда именно, давайте так сделаем. Вот у нас с вами гребень волны, да? Где будет белая пена? Я вот прямо так процарапаю, вот так, вот, чтобы вы понимали, что вот это все, вот, давайте так отмечу для ясности. Вот эта часть, вот она, это у нас будет такая белая, здесь будет больше белого. А вот бирюзовый с белилами я подкладываю как раз вот именно вот на верхушку белой пены. Там будет красиво потом просвечиваться этот цвет, он классно прям. Вот так вот возьму и вот сюда нанесу. Вот так, подложечку такую сделаю. И сухой кисточкой вот так вот в другом направлении растушую. Вот так. В таком направлении. Угу. Отлично. Вот еще один этап мы с вами прошли. Идем дальше. Теперь возвращаемся к темно-синему цвету. Если у кого есть голубая FC, тоже отлично. Такая темная краска. Тут. Мы сейчас перейдем на очень темную красочку. Кстати, можно попробовать даже веерную кисточку. Вот. Я беру просто синий цвет. И еще раз. Синий цвет. Попробую веерной кисточкой, тоже хорошо. Ну, если такое нет, тоже вообще не проблема. Значит, обратите внимание вот на то место, где у нас прям синяя-синяя краска. Вот здесь. Смотрите, какая она синяя, прям очень синяя. Возьмите просто синий и добавьте веерный. Попробуйте веерный, ну, либо же щетинкой. Вот в таких направлениях. Не сильно надавливая на нее. Вот так. Добавим край у трубки. Чуть более темный синий. Теперь мы с вами утемняем как следует трубу. Прям вот что есть силы, темно-синим, начинаем вот так вот делать. Жесткая кисть оставляет бороздочки классные. Смотрите, прям вообще круто. Угу. Немножко я заползаю на бирюзовый. Вот так. На кисть не давлю. Вообще абсолютно никакого нажима нет. Вот он. Синий. И еще раз. Вот сейчас мы с вами самые темные места в картине, самые темные, прям усугубим. И еще раз утемним. Утемним. Протягиваем вот так вот. Многослойность получается. Смотрите, какая. Получается постепенно глубина появляется. Прям уголок левый нижний. Вообще вот так возьму и еще раз затемню. Еще раз. Вот так. Но затемняю уже. Видите как? Не сплошняком, а вот так вот. Оп. Чуть-чуть оно как бы неравномерно затемняется. Вот, еще возьму синенького. Вот это место меня интересует. Я его еще раз как складочку утемню, и вы вместе со мной.
вот это место, внимание, вот это место, отвлекаемся, выделяю очень важные места. Вот это темное синее место, левый нижний угол, особенно вот эта полоска. Со временем, когда начинаете долго кого-то слушать, так вот фоном я что-то болтаю, информация постепенно, ну, как-то пролетает мимо ушей иногда. Сам знаю. Поэтому здесь внимание, прям жирным шрифтом выделяю. Вот это синее выделить, вот это синее выделить. Этой же кисточкой, этой же краской иду. Щетина это будет или синтетика, абсолютно не важно. Ну, щетинка здесь, кстати, чуть получше, как я уже сказал, начала справляться. Вот сюда, смотрите, темно-синим по голубому начал делать. По голубому. Тянем, тянем, тянем. Немножко параллельно все, чуть-чуть размазываем. Параллельно, видите, параллельно чуть размазываем. Чуть размазываем. Вот так. Чувствуется мне, что трубочку бирюзового цвета нам тоже нужно будет утемнять. Уж больно она светленькая получилась. Что-то более зеленое на ней точно нужно будет добавлять. Ну что ж, добавим. Ничего, добавим. Вот сюда что-нибудь тоже чуть-чуть потемнее, вот так вот выделю. Ага, и закручиваю. Вот такое у нас. Раз и пошло от гребня, и пошло, вот так. Так, ну вот уже образ, колористика, как бы она такая основная сложилась. И это очень радует. Это очень радует меня. Будем сейчас следующие шаги с вами делать. Поехали. Так, ну что ж, идем дальше, как я уже сказал. И следующий шаг у нас будет с вами. Мы с вами сделаем утемнение трубы, так скажем, вот этой области немножко зазеленим. Там, где у нас будет закруточка волны, трубочка, да, мы ее сейчас аккуратненько с вами подтемним. Что нам для этого понадобится? Зеленый цвет, который я вам вывел на экран, мы его сейчас намешаем с вами. Найдем бирюзовую краску. Добавим в нее немножечко синенького. Чуть-чуть. Получаем такой вот зеленоватый оттенок. Ну, сине-зеленый такой, да, можно сказать. Я бы еще добавил туда еще и желтого. Вот так. В принципе, у меня получается более зеленая краска, чем я вам вывел на экран. Ну и, в общем-то, и пусть. Можно чуть-чуть зеленее. Значит, что я бы хотел бы здесь сделать? Место, в котором у нас с вами пойдет утемнение. Вот вся вот эта трубочка, так частично, аккуратненько. Мы сейчас ее с вами возьмем и подзеленим, и чуть-чуть потемним. Так, местами возьмем и чуть-чуть добавим зеленцы. Почему местами? Потому что там идет игра бликов, света и тени. Поэтому вот постарайтесь здесь более так похоже срисовывать мои места. Ну и, конечно, наблюдайте за тем, что я тоже там выбираю. Вот в целом я так вот всю вот эту поверхность, вот эту, я ее сейчас подзеленю чуть-чуть более темно-зеленой краской. Намешивается на следующим образом. Можно взять зеленый, желтый и синий смешать. В принципе, тоже нормально, я считаю. Либо вот такой замес от бирюзового толкнуться там с синим и желтым. Но по сути, я хочу, чтобы у меня трубочка внутреннее получилось немножко потемнее, поконтрастнее, то бишь, да, мы вспоминаем постоянно с вами про контрасты, которые делают нам всю работу, всю картину, собственно, на них все держится. Далее, смотрите, я чуть-чуть размазываю, вот так, и продолжу.
Вот сюда немножко зелененького на синий добавлю. То есть в целом я хочу, чтобы появилась такая некая зеленовастость на моей волне. И в целом она достаточно темная, вот именно вот эта часть. В целом она достаточно темная. Можно даже, я считаю, что вот сюда чуть-чуть выйти на фончик, вот как бы на верхнюю часть трубочки, вот сюда. Вот так, но тут уже, как бы дайте себе волю поразмазывать немножко пальчиком, вот так. И чуть-чуть добавлю синего. Просто синего. Ультрамаринчика, смотрите, в перемешку с зеленым. Сделайте вот этот момент. Посмотрите, где я добавляю синий сейчас. Это важно, то есть не впритычок, а как бы вот так. И немножко нивелирую, размазываю. В принципе, также можно немножечко синенького с голубеньким, вот такой вот цвет, ну, в принципе, голубоватый, да, добавить предварительно вот сюда. Вот сюда чуть-чуть я добавлю, вот так вот я как бы немножко так вот размикширую пальчиком, немножко так вот взъерошу будущую пенку, вот так. Вот тут сюда еще чуть-чуть голубенького с синеньким. Вот сюда тени. Предварительная работа продолжается еще. Вот сюда, смотрите, как пальчиком хорошо оно получается смягчается. Ну, можно, конечно, кистями, если не хочется там пачкать руки. Но пальчиком получается похожая фактура, смотрите, вот так. Такая пятнистость именно вот в этом месте, это тень, которая дает, будет давать чуть позже свою, она заработает чуть попозже. Вот смотрите, немножко так взъерошу вот это место. Вот здесь где-то чуть-чуть подъерошу. Вот она пошла. Это тень на пене. Тень на пене. Вот так. Значит, следующее движение. Обратите внимание, секунду, внимание вашего. Вот это место, вот это внутренняя часть, вот это место. Я сейчас буду его утемнять. Я нахожу синюю краску, ультрамарин. Ну, в принципе, можно замешать также с бирюзовым. Ультрамарин с бирюзовым. И получается опять как раз тот цвет, который сейчас вот висит у нас с вами на экране. Бирюзовый с ультрамарином. Вот он, смотрите. Но можно чуть темнее, да, наверное, взять. Наверное, чуть темнее. Можно индиго добавить. Вот все-таки, да, все-таки немножко индиго. Если не темнится, краска-то у нас сырая. То есть чуть-чуть потемнее, на тон ориентируемся. Больше не на цвет, наверное, даже, а на тон. Вот здесь делаем темноту. Здесь делаем темноту, как бы подчеркивая пену и создавая, при этом можно немножко в зелень уйти сюда, в темно-зеленый. Смотрите, я вот создаю тень, тень вот сюда, она ползет, ползет, ползет. Она играет тоже большую роль. Она выделяет нам внутренность пены, волны. И я ее чуть-чуть вот так вот по форме, то есть вот так чуть разглажу, вот так, раз, то есть тут контрастность, верхушечку чуть-чуть пальчиком смягчу, угу. Вот, и так, в принципе, достаточно темно, вот здесь можно потемнее, вот так, еще раз утемню, да, вот так мне нравится больше. Так поинтереснее получается. Оно все немножко неравномерное должно быть и уводится вот сюда. Уводится вот сюда. Угу. Так. Что мы можем с вами дальше сделать? Ну, а дальше я считаю, что в принципе мы с вами готовы создать уже какую-то атмосферность внутри туннеля. Вот здесь.
Попробуйте найти вот такую краску светло-бирюзовую. Но если нету, можно взять белильца, чуть-чуть бирюзы, чуть-чуть желтенького, чуть-чуть совсем. И вот тут немножечко оттенков хочу добавить. Вот так полусухой кисточкой каких-то более бирюзовых. Вот сюда. И размажу. Чуть-чуть совсем, очень еле заметно. Но оттеночки там есть. Гладкая поверхность. Гладкая. Вот сюда можно даже чуть поконтрастнее. Вот так. И размажу пальчиком. Или кисточкой, или пальчиком. Это абсолютно не важно, чем размазывать. Вот так. И выделил. Ага. Вот здесь чуть-чуть. Вот. Так. Ну, а теперь, наверное, самое время добавить белую пену. Ну, здесь, друзья мои, мы можем делать ее двумя способами. Мы можем делать ее мастихином, мы можем делать ее кистями. Вот. И, в принципе, тот и другой способ мне близок. А вот, если у кого-то много вот тут краски, я советую ее убрать сухой кисточкой. Так вот, можно даже немножко салфеточкой взять и протереть вот это место чуть-чуть, где будет белая пена, немножко расчесывая вот так наверх. Так будет проще, конечно. Вот. Ну, я попробую, наверное, даже с кисточки начать. Вот возьму белильца. Вот так вот. И начну белильцами расчесывать вот в таком направлении свою пену. Прямо ее заворачивать и закручивать. Капельку масла на кисть. Не у всех, я знаю, что не у всех будет получаться так делать именно по сырой краске. Но у меня настолько тонкий слой краски, что он, в принципе, даже не размазывается. Смотрите, он сам вот так вот. Я его беру, и он ложится великолепно. И вот сюда, вот так наверх я кладу. Работаю плоской кисточкой. Можно щетиной, можно совершенно спокойно работать синтетикой. Смотрите, в каком направлении она. Вот так. Ух, вихрь. Вот сюда. Верхняя часть важно должна быть размыта. Размыта. Очень размыта. Вот так. Вот так пошла. Пошла. Методика, если кому-то не подошло с кистью, беру мастихин. То есть, вот, если кому-то не нравится кисточка, ну там смазывается все, ничего не получается. Берете чуть-чуть краски белой на кончик, ну вот на эту часть, на верхнюю, да. То есть, не на всю, конечно. И начинаете делать вот так. Вот такие плюшечки кладем неравномерно. Он же у нас, пена неравномерно разбивается. И вверх поддавливаем. И вверх поддавливаем вот так, вверх. Оставляя прорехи. Кладем, и можно дополнительно кистью, дополнительно я рекомендую вот так чуть-чуть смягчать наверх. Наверх немножечко смягчаем. Смотрите, как красиво получается. Ух, прям захотелось покататься на серфинге в солнечную погоду. Все, я улетел мыслями туда. Так, и вот сюда кладем, вот так вот. Параллельно можно вот работать то кистью, то мастихином. Положили плюшечки такие и наверх раздавливаем, наверх раздавливаем. Если плохо растягивается, тут по наитию, смотрите, уже можно взять, допустим, кисть или мастихином также, или пальчиком, но задача верхушку пены прям размыть в состоянии пыли такой. Вот видите, прям вот так белоснежная кверху, она не такая уже будет, она прозрачная. Вот, вот так снизу смотрите, как там она бьется и тут она
прям соперничает с голубой краской, это понятно. Стараемся вымывать кисть почаще и чуть-чуть наверх вот так расчесывать. Вот так. Вот так. Нужно приспособиться. А вот этот край чуть-чуть кисточкой мы нивелируем, потому что здесь должен быть переходик уже не такой плотный, чуть более мягкий, спокойный. Чуть-чуть вот так вот неравномерно, но поспокойней. Вот так. И бьем прям наверх. Вот так. Вот так. Еле-еле-еле наверх кисточкой заворачиваем. И получается, смотрите, какой толща воды, красивая. Очень. Ну, собственно, получается, что мы тут же таким же образом. Вот здесь, кстати, я бы, наверное, опять же вернулся бы чуть-чуть к бирюзовой краске. Там вот бирюзовый. Можно немножечко ее сюда наполнить, вот сюда. Так я ее чуть-чуть бирюзовенького добавлю. Пальчиком размажу или кисточкой, совершенно неважно, опять же, чем. Вот и добавили. Взяли белильца. Мастихином. Вот так. Смотрите, какая неровная поверхность. Неровная. Нет ничего ровного здесь. Она контрастная очень. Поверхность. И вы ее потом берете, либо мастихином, либо кисточкой. И вот так вот. Раз, 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 раз. Вот туда, вот туда. Аккуратно, не давите на кисть, старайтесь только в одном направлении причесывать. Вот туда. Как бы сохраняя красивые какие-то пенушки. Не все же они должны быть расчесаны, правильно? Вот чуть добавили. Раз, раз, раз. Вот зачем я бирюзовый положил. Теперь понятно, да? Все в процессе приходит понимание. Вот сюда еще чуть побелее. Вот так. И туда. И туда. Вот так. Туда наверх. Вот скорость, то есть размытый край у пены дает движение и скорости добавляет. Да? Как красиво она уходит, размывается вот здесь, превращаясь в пыль. Вот так. Ну и вот, соответственно, тут, конечно, такая же у нас история. Чуть-чуть вот так вот брызг сюда. И здесь я уже чуть так вот меняю направление. Ну, здесь попробую кисточкой. И вот так делаю пену, которая тут уже внутри. Но она тоже есть там немножечко и бирюзового, я смотрю, да, чуть-чуть можно добавить бирюзы также. А есть такие моменты, когда хочется добавить что-то темного. Возьму, допустим, вот сюда бирюзу. Раз, и кусочек тени приклею прямо так. Опаньки. Так, и там красивая градация. И голубого чуть-чуть сюда вот так. Вот так. Там прям хрусталики разноцветные разбиваются. Играют на солнце разнообразием лучей. Бирюзовых, перламутровых красок. И немножечко вот здесь, уже чуть более полосато, идет пена. Затягивается. Вот так. Вот. Смотрите, как кисть пляшет. Вот прям вот так. Но есть момент. Тут она не может быть такой прям белоснежной, как вот здесь. Поэтому тут можно позволять себе чуть-чуть посмешивать с синим цветом. На месте, прям на месте, конечно, вот так. То есть тут, может, она не такая контрастная будет, как вот тут. Там, где она разбивается. И капли, капли. Большие капли и маленькие капли. Тут вот сюда. Немножечко мы их вот так. Вот так вот раскинем вот здесь. Чуть-чуть. Вот она.
Ну, а мне не хватает немного теневых теней вот сюда, вот в это место. Я думаю, что вам тоже, вероятно, этого не хватает. Мы можем с вами взять опять синюю краску и синенькой красочкой поделать эффекты вот в духе таких теней. Размытые края. Размытые. То есть я кладу вот такую рисочку и чуть-чуть ее растягиваю к краю, к одному и ко второму. Это важно. Это дает ощущение плоскости тянущейся воды. Раз и тяну. Раз и тяну. Еще чуть-чуть бирюзовой краски между, ну, уже тоже протяжно, чуть-чуть бирюзовой, отражение пойдет. Чуть-чуть бирюзы, да. Вот так. И мне почему-то хочется, знаете, такую создать интересную тень вот в этом месте. Как бы там ее нет такой очевидной, но мне кажется, она дает какую-то композиционную фишку, которая рассекает так плоскость. Интересно, вот я еще раз возьму синий цвет, ультрамарин. Если есть голубая ФЦ, можно взять. Если ультрамарин вам не дает такой степени темности, как у меня, тоже такое может быть. Разные ультрамарины бывают, разные в плотности, разные фирмы. Вот, поэтому, может быть, индиго придется добавить, чтобы чуть-чуть утемниться вот в этом месте, где я сейчас утемняюсь. Вот так. И чуть растянуть. Видите, я продольную вот такую вот линию дал. Контрастную достаточно. Чуть-чуть я подразмываю. Вот так вот. Может быть, сюда стоит заползти тенью. И хочется утемнить левый нижний угол опять. Опять к нему вернуться. Смотрите, как эффектно это будет смотреться. Левый нижний угол. Вот это место в первую очередь, наверное, я еще раз затемняю. Добавил я в синий индиго. И вот мне нравится, как это работает. Вот сюда немножечко я так. Левый угол. Более плотный такой. Ну и здесь может быть даже еще раз вот здесь. Как бы на границе света тени, да? Почему нет? По-моему, тоже важное место. Да, да. И, по всей видимости, вот это место я чуть-чуть подчеркну. Вот здесь синенькой краской. Чуть-чуть. И вот так вот по форме закручивания немножечко оттемню. Да, так, наверное, будет логичнее сделать. Вот здесь. Ага, вот тут. Вот здесь. И вот так чуть растяну. Чуть растяну. Да, так будет интереснее все же. Очень хорошо, когда есть тени. Ну, в пределах разумного. Здесь прям максимально. Вот давайте тезисно еще раз пройдемся по тем местам, которые вам действительно стоит утемнить. Видите, я вот это место еще... Я постоянно утемняю вот это место. И вот это место, смотрите, еще раз. И даже вот здесь, внутри трубочки, я тоже утемнил. Тоже утемнил. И левый нижний угол. Ребята, девчата, тоже его, пожалуйста, проконтролируйте.
Мне кажется важным сделать еще один эффект. Это отражение белой пены непосредственно на самой воде. Сейчас. Мне кажется, можно взять просто белило и сделать вот так. Вот под вот этой частью пены я беру белильце и делаю вот такие отражения. Вот так. Конечно, неравномерно. Конечно, неравномерно. Чуть-чуть их по горизонтали столбцом нанес и так вот чуть туда-сюда размажу. Так. Почему нет, да? Так, по-моему, даже это когда отражение такое есть, клевое. Прям вообще. И еще раз. Смотрите, сделал отражение. Столбец такой. И в контраст беру синий. Опять же, если у кого не ложится синий, возьмите немножко с индиго. И чуть-чуть таких вот теней. Прям максимально темных. Вот так вот. Тонких. Тонких. Сюда, что ли, добавить еще? Да, вот так, наверное. Вот так. Подчеркните. Темную тень под пеной. Вообще, вот это два места тоже важно. Вот сюда. Вот сюда прям положите темно-темно-синий. Клево будет смотреться. Контрастно. Контрастно у нас хорошо, синоним. То есть, значит, объемно. Особенно новичкам этого не хватает. Вот всегда. Немного возьму бирюзы с белилами. И немножечко так вот. Но здесь аккуратно, еле-еле заметно. Добавлю чуть-чуть. Таких вот полосочек бирюзовеньких, ниточек, игры пены. Вот так. Да. Волшебство. Правда же? Волшебно. Ну что ж, нам, наверное, пора уже сделать с вами серфингиста непосредственно внутри нашей волны, покоряющим океан или море. Значит, ну, я, наверное, вам отдельно покажу, как можно написать, нарисовать серфингиста. Сначала на листике. Так будет наиболее, возможно, кому-то комфортно. Ну, давайте прям положим вот так аккуратненько. Ничего не страшно, я думаю. Значит, серфингист у нас имеет совершенно простейший цвет. Несложную, в общем-то, форму в связи с тем, что он небольшого размера. Но, тем не менее, можем потренироваться отдельно на листике. Значит, у нас с вами серфингист будет исполняться вот таким вот образом. Я предпочитаю делать... Сейчас мы его увеличим вот так. Начинать от туловища, от торса. Это общая позиция его, положение тела, вернее, имеет вот такую вот форму. То есть я его так вот побольше нарисую сейчас, наверное, вот так. Это будет вот такая форма трапеции, условно. Вот так. Это его торс непосредственно, да? А дальше он же у нас присел на доску, он согнут, голова прижата немножечко к туловищу, как бы чуть-чуть вдавлена. То есть нам нужно нарисовать с вами сначала его такое вот туловище, торс. Причем, смотрите, левое плечо ниже, правое чуть-чуть выше. Дальше дорисовываю голову, немножко смещенную от центра левее, левее. Вот так. А далее я дорабатывать начинаю плечики. Вот так вот. То есть делаю их более покатыми. Разумеется, да, чтобы он имел какую-то человеческую конструкцию. Далее, когда у нас есть вот эта вся форма, я беру и рисую ноги. Вот так. Две ноги. Раз. Изогнутые.
соответственно, там, где бедра чуть-чуть пошире, берцовые части уже поуже. Одна ножка дальняя, то бишь левая, у нас выше в связи с ракурсом, да? Правая с нашей стороны ниже. Что мы получаем? Получаем уже фигуру человека. Голова может чуть-чуть увеличиться там, допустим, в процессе. Также идут стопы. Ну, они там будут у нас, конечно, во много раз меньше, вся фигура. Но, тем не менее, смотрите, как это все складывается. Рука дальше, естественно, идет от плеча. И изгибается. Ну, у него в каком-то таком направлении она идет. Идет ручка. И в локте там она изогнута. И кисти руки. Для баланса он держит баланс. Именно в таком. Тут вторая рука, как бы она не особо видна, но можно здесь чуть-чуть так вот доделать. По сути, если пририсовать там чем-то светлым, здесь будет понятно, что это рука, да? А здесь будет лицо. Там чуть-чуть белил. Добавляем, получаем фигуру серфингиста, который сидит, стоит на доске. И тут сама непосредственно доска уже будет серенькая такая, да? И тоже она будет наклонена. То есть вся форма у нас наклонена. Вот по диагонали, да, чуть-чуть. Сзади мы ее сильно не выставляем. Спереди, конечно, удлиняем носик. Вот так. Ну, чтобы он стоял уравновешенно. А вот, следом пойдет, конечно же, тень. Такого же причем цвета, как и сам серфингист. Этот цвет индиго мы выбираем с вами и кладем ее прямо под носиком, вот так, повторяя форму нашей доски. Ну, там дальше у нас пойдет уже отражение в волне. Непосредственно вот от руки пойдет сюда. И к доске вернется вот сама тень самого серфингиста. Падающая, да, тень, она будет где-то вот здесь находиться. То есть, ну, она будет намного размытей, на бумажке сложно размазывать. Поэтому вот таким образом мы с вами это все соорудим сейчас. Ну, конечно, размеры у меня для примера намного больше. Мы будем делать намного меньше. Ну и форму, может быть, мы поправим чуть-чуть. То есть, вот, допустим, в моем случае можно увеличить вот здесь ногу, допустим, в бедре. И сократить ему немножечко торс. То есть, вот коррекции какие-то тоже могут совершенно спокойно проходить. Вот здесь можно ему чуть-чуть убрать, чтобы он скинул пару килограмм. Вот так. То есть так он стройнее, так он легче. Вот здесь убираем. Вот видите, любая форма, она корректируется очень-очень быстро при желании. Ну и при знании, если знаете где. Вот и все. Вот наша доска и серфингист готовы. То есть, соответственно, нам нужно сделать то же самое. Вот здесь, только в 3 раза 4 меньше. Поэтому серфингист у нас отправляется пока сюда. И, по сути, я беру то же самое, только поменьше делаю. Значит, ну, чтобы здесь вы сориентировались тоже как бы правильно, по отношению волны, чтобы он не был слишком маленький или слишком большой, вы можете следующим образом сориентироваться. Если взять размер вот этот нашего серфингиста, знаете, сейчас я даже вот так еще раз перемерю. Вот так вот. Сейчас. А вот это расстояние от макушки. От макушки до кончика его доски. Вот так вот, если замерить. Вот от макушки до доски. А оно, в принципе, равно вот этому расстоянию. Вот этому расстоянию. То есть вот здесь.
чуть-чуть поменьше он на оригинале, вот такой он. Вот, то есть вот отсюда, вот до сюда. Вот это расстояние у нас будет равно серфингисту от макушки до доски, до кончика доски. Соответственно, вы перед тем, как делать, берете вот этот отрезок, чуть меньше, чем труба, чуть меньше, вот отсюда, не вот отсюда, а вот чуть меньше, вот отсюда до сюда, примерно. И перекладываете его, то есть вот он будет здесь стоять, вот здесь, я сейчас его намечу, чтобы вам было еще более понятно. Он будет у меня вот тут, голова, а вот тут будет его кончик доски. Вот он. Соответственно, вот это его размеры. Я беру и начинаю делать своего серфингиста. Опять же, намечаю ему туловище вот так вот, с наклоном, да, помним, с наклоном, бедра откинуты назад, он у нас держит равновесие. Старается, по крайней мере. Добавляю голову. Голову. Ну, чуть-чуть не совпало с рисочкой, но ничего страшного. Уберем там ее. Добавляю голову, делаю чуть более покатые плечи. Вот так. Придется мне отодвинуться сюда. И добавляю, как в прошлый раз, две ноги. Одна нога, вторая нога. Одна длиннее, другая короче. Опорная нога у него задняя. Тут добавляю вот такой выгиб, изгиб, вернее, добавляю руку. И получаю, собственно, то, что нужно. Пожалуйста. Серфингист. Только я бы, наверное, чуть-чуть бы уменьшил бы ему. Все-таки голову чуть-чуть поменьше сделаю. Беру цвет фона совершенно спокойно вот так вот и немножечко уменьшаю голову. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Остатки размазываю. Это цвет индиго. Я напомню, это чистый цвет индиго. Он у нас всегда как вспомогалочка черный. Вместо черного, да, служит. Так, прям темный он у нас в тени, он у нас в темном черном костюме, поэтому здесь смело можем делать вот так. И голубенькой краской, светло-голубой, вы можете взять ультрамарин, белильца, светло-голубой. Хотите, я вам могу вывести его на экран, разумеется, это все возможно. Так. Вот такой светло-голубенький цвет. Это я сейчас непосредственно вам включаю цвет доски. Такая светло-голубая, ну чуть-чуть сереньким, но это не обязательно уже, я считаю. И вот сюда подкладываем чуть-чуть потемнее. Дело в том, что тут еще нужно учитывать тот момент, что мы работаем по сырой краске, да, с вами. Поэтому учитывайте, что намешивая краску, она у вас все равно тут чуть потемнеет. Поэтому заочно можно высветлять ее, более светлую брать, а она там сама уже подсядет, подсмешается же в любом случае. Вот так. И доска у нас здесь. Если хватает ресурсов сделать чуть-чуть потемнее заднюю сторону, вот так вот, чуть-чуть поголубее, допустим, да, чтобы она в тени получилась. А носик светлее, а задняя сторона чуть темнее.
Ну, будет вообще прям идеально. Вот. И не забывайте, что обязательно нужна тень под нашей доской. Это чтобы он у нас не летал, а приземлился на воду. Чтобы ощущение... Цвет индиго, опять же, для тени. Вот, разумеется, индиго. А немного, если добавить синего, это уже хорошо подойдет нам для отражения непосредственно самого серфингиста. Помните, как я делал тень вот сюда? Могу вам так вот рядом положить. Вы так, может быть, сориентируетесь больше. Вот здесь я тень делал, помните такое? Здесь она чуть-чуть посинее. Чуть-чуть я синеньким подзамешал. Смотрите, и вот эту тень наношу. И к низу я ее аккуратно размазываю. То есть она у нас на нет должна сойти. Чуть-чуть я ее и по краям размажу. То есть тень на волне, самой волне, да, не должна быть ни в коем случае такой же отчетливой, как сам серфингист. Ни в коем случае. То есть ее размажьте. Да и от доски тоже носик чуть-чуть тоже. И, в принципе, ее можно немножко размылить. Размыливайте как следует. Вот так, чтобы не было вопросов к тому, что где нас вообще на самом деле серфингист. А то так будет непонятно. Вот так. А по поводу лица, ну вот, собственно, на большой фотографии есть, референсе моем, который я сделал, вы можете серую красочку взять и поставить туда в качестве лица просто пятнышко, либо просто чуть-чуть белил берете, белила, добавляете на лицо, оно, получается, смешивается, там на месте смешиваем, и получается как раз вроде такое серого, еле-еле-еле заметно, белое лицо, конечно, делать не нужно. Ни в коем случае. Так, чуть-чуть еле заметно серенькое личико. Вот так, ручка. Буквально все очень, конечно, небольшого. Вообще небольшого размера никакого нет. Все это вот так вот можно сделать с тенью. Вот так. То есть я сейчас сделал вот в этом месте. Вот здесь такую синеватенькую тень. Вот здесь от ножки такую тень. Вот здесь. Так еще будет прикольней, мне кажется. Ну, вот так в целом, по-моему, очень даже неплохо. Вот он у нас держится, покоряет волны. Ну вот, получается, непосредственно сам гость программы, когда появляется персонаж уже такой, как серфингист, как-то уже все откликается по-другому, да, работает уже по-другому. Есть главный герой, хотя я бы назвал бы здесь, наверное, двух главных героев, это сама волна. Кто из них главный, тут уж неизвестно. Это покажет, кто кого поборет, там волна серфингиста или серфингист волну. Так, ну, а я еще обожаю эффекты. Ну, здесь мы не можем увидеть этого на референсе. Это я уже импровизирую. Предлагаю это делать по желанию. Добавить немножко брызг. Такой вот эффект брызг на нашего серфингиста. Любая жесткая кисточка понадобится, если такая есть. Старая, новая, вообще абсолютно не важно. Вот, допустим, берете щетинку такую, смачиваете. Ну, вам понадобится взять, намешать небольшое количество белой краски, но очень важно, чтобы она была жидкой. То есть здесь важно, чтобы она была жиденькой, жиденькой, прям прижиденькой. Я небольшой кусочек себе намешаю. Много масла, мало краски. Смешайте тщательно с маслом и с краской. Вот. На самый-самый кончик кисточки я беру жидкого белого цвета и беру вот так вот пальчик, допустим, вот в это место аккуратно можно чуть-чуть побрызгать, где-то близко, вот так вот, где-то вот чуть, допустим, вот здесь, буквально, конечно, много не надо, вот так, и получаем эффект
Знаете, такой эффект, он, мне кажется, уместен. Он как-то... Все двигаться начинает. Все начинает двигаться. Вот. А еще, еще один эффект, который добавляет, мне кажется, он тоже каких-то интересных, интересного движения. Вот берем, допустим, белила. Вот так кладем. И сухой кистью вот туда чуть-чуть размазываем. Вот туда, в сторону. Ну, может быть, чуть сюда еще вот так. Тоже добавляется скорость. Вот я кладу плюшечку такую. И другой кисточкой вот туда размазываю. То есть хвостик прям на нет свожу. Вот так. Что получается? Тоже интересный эффект. Можно еще так неровненькие такие плюшечки класть. И вот так туда их. Раз-раз-раз-раз-раз-раз. Раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз. Вот так вот. Оп. Интересно же, конечно, эффект. Да, может быть, такого там мы не увидим именно прям вплоть до такой степени. Но если это в плюс, почему бы нет? Можно здесь где-нибудь. Плюшка, плюшка. И чуть-чуть туда уводится. Плюшечка. И уводится. Можно в обе стороны уводить. В принципе, так. Что это? Это нитки пены. Добавляют нам такого эффекта. Вот так вот. Деталь. Деталь в конце. Почему бы не положить какую-то красивую деталь, типа брызг, типа таких вот скоростных распениваний. Ну, я бы здесь тезисно в конце бы подвел бы итоги, что тут мы не должны с вами пропустить. В любой картине, как я всегда говорю, должны быть основные вещи и второстепенные. Основа успеха этой картины является, опять же, ничего, в принципе, сверхнового я не скажу, но тем не менее это важно, это контраст. Труба, которая заворачивается вот так по своей форме, имеет темный тон по отношению, допустим, вот этой светло-голубой части, освещенной солнцем. Тень, свет, темный угол и очень белая пена контрастируют, опять же, на светло-голубом фоне. И получается вот это движение, вот такое. Контрастное белое, темно-зеленое с синим, голубой, светлый и опять синий. Это дает ощущение солнца, да и вообще всей скорости, и вообще всех ощущений. Оно вам тогда в намного больше раз откликнется и заиграет совсем по-другому. Серфингист, он тоже очень важен. Я бы тут выделил бы тоже такой момент. Он находится на фоне светлой части цилиндра, вот этого так, полукруга, да, такого. То есть он должен быть светлым. Тут у нас на светлом фоне он должен быть очень черный, темный. На светло-серенькой доске, опять же, с черной тенью под ней. И вот это, если мы вот эти фишки будем соблюдать, то все получится. Немножко пены вот сюда. Но это уже может быть даже лишнее, я добавляю. Там как раз таки, наверное, должна быть все-таки тень. Собственно, вот такой небольшой рассказ с описанием про море и серфингиста. Ну и в конце, вот я сейчас сделал такой небольшой перерыв себе. Я всегда вроде бы закончил, но какие-то вот моменты, они приходят после того, как посмотришь на картину, как обычно, ну, вы знаете, наверное, с расстояния. Мы долго сидим, час, два, кто-то три, кто-то вообще весь день, и могут не отрываться от холста, и глаза привыкают, устают, мозг уже просто не видит, что происходит. Какие ошибки, какие коррективы можно добавить, чтобы улучшить вашу картину? Ну, вот я сейчас увидел
место, которое я хотел бы улучшить. Значит, но, тут сносочку сделаю. Я улучшаю, а вы делаете сами этот выбор. Если вам хочется так же, допустим, или вам не хватает такого же нюанса, как у меня, пожалуйста, можно повторять. Если все устраивает, стоп, и на этом радуемся. Я хочу добавить немножко лимонного цвета. Чуть-чуть я с бирюзовым перемешал. Я хочу вот сюда добавить аккуратно, знаете, такого свечения в волне. Может быть, это будет лишним. Не знаю, может быть, нет. Но мне что-то захотелось, я хочу чуть-чуть вот такого желтенького. В принципе, можно даже попробовать просто желтого взять. И может быть, он так заиграет здесь хорошо. Вот внутренняя часть. Здесь аккуратно, потому что есть риск чуть-чуть переборщить и сделать всю трубу слишком светлой. Поэтому тут уже на свое усмотрение я рискну. Сделаю чуть-чуть больше отблеска в этом месте. Вот в этом месте, перед носиком прям. Такого, знаете, чуть-чуть не хватает мне какого-то рефлекса изнутри, чтобы, ну уж прям совсем было все по полной программе. И, конечно, я добавляю рефлексы, я аккуратно смешиваю, аккуратно чуть-чуть растягиваю. То есть это микронюансы, которые делают, на мой взгляд, что-то лучше. Вот этот гребешок сверху тоже чуть-чуть, я его вот так вот аккуратненько высветлю. Самый нижний край, чуть-чуть. И далее опять тень. Беру синий бирюзовый, вот даже такой вот типа зеленого синий бирюзовый желтый. И опять тень. То есть контрастности добавил, а тень хочу еще раз чуть-чуть уплотнить. Вот здесь. Ну, я люблю экспериментировать. И тоже мне зачастую сложно остановиться. Если кто новичок, то советую остановиться. 99,9% картины, я считаю, по сути, она готова. Я уже просто довожу такими тонкостями. Сюда чуть-чуть потемнее добавил. Ну, вроде бы да, вроде бы уместно. На мой так взгляд, вроде уместно. Ну и если у кого-то вот это место, видите, у меня, в принципе, все красиво здесь закрашено, но я, опять же, хочу, чтобы было еще лучше. Тоже это по желанию. У меня немножечко просвечивается где-то холст местами. Я точно ровно ту же самую краску сейчас найду. Голубой цирулиум, ультрамарин, чуть-чуть белил. И немножечко пройдусь по тем местам, которые надо закрыть более плотно. Я не очень люблю, когда просвечивается холст. Знаете, такие бывают недокрашенности. Я их прокрою еще разок. Ну, буквально пару мест.
бирюзовый. Чуть-чуть. Да, пожалуй. Пожалуй, не будем портить. Все, в принципе, и так красиво, я считаю. Остается нам с вами традиционно померить рамочку для того, чтобы ощутить полный баланс в картине и завершенность ощутить ее. Вот так, берем раму, одеваем. Ну, по-моему, все очень достойно. Я очень надеюсь, что вам откликнулась эта картина, что вы нашли в ней ключевые места. Вы можете отойти, опять же, с расстояния, перевернуть картину, посмотреть на нее в перевернутом виде. Это такой лайфхак, который многие используют, чтобы понять свои ошибки. Ну, как бы так абстрагироваться от того, к чему привык глаз, посмотреть на нее в новом ракурсе. Тогда наш мозг сразу увидит и тональные различия, и форменные различия. Форма, тон, цвет. Вот в перевернутом виде сразу бросается в глаза. Ну что ж, я желаю всем творческих успехов, удачи и, конечно же, всего самого наилучшего. Всем пока-пока, до новых встреч!